Килограмм. Ой, Надя, старая купала, первый пост. Попытка. Так как других ответов на этот вес больше нету, ответ представляет 2 минуты на подготовку. Вес взят. Поставить на штангу вес 80 килограмм. Сейчас на штангу вес 80 килограмм. Шарапов Илья, город Подольск, первый подход. Держа. Задача штанги 80 килограмм. Вячеслав Павел, город Видное, первый поток. Готовится бой коллег. Нельзя. Бой колен. Старый Купална. Третий подход. Попытка. Установить на штангу 82 килограмма. Вес установлен. Потапов Алексей, город Подольск, первый поход. Потапов Алексей. Нельзя. Установить на штангу 85 килограмм. Итак, на штангу вес 85 килограмм.
Можем си сега килограма. Датаев Азнаур. Старая купальня. Первый поход. Шарапов Илья, Подольск, второй поход. Остается неспособен. Епифанов, город Лидия, второй поход. Вес установлен. Бакулин Олег. Подольск первый поход. Нельзя. Вес остается. Потапа полетели. Город Подольск. Второй поход. Еще один поход на этот жилет. Установить на штангу 88 килограмм. Итак, на штанге вес 88 килограмм. Шарапов Илья, Подольск, первый подход.
килограмм осталось. 90 килограмм. Здесь установлен датай ПЗО, старый купанов, как такой. Вес 90 килограмм. И не писали, а видно третий подход. Потапов Алексей, третий подход, город Подоль. Установить на штангу 92 килограмма. Вес установлен. Зубы прямые, электростатик, первый подход. Посмотрите, осталось 93 килограмма. Итак, вес установлен. Дартаев Узнаву, второй купавный, третий поток. Thank you.
África. O sea, ya estamos yo que te acaba. Thank you.
Για κόκκι βάλει δυο του τέτοια αγρά. Τον λάδι αμαστά μου θέλει. Διασυσταδόμενος, αυτό το έχουμε άξιν καλό μου και ερώτατο. Александр.
Γοροστή και το φταρόλο αυτό. Thank you.
Я составлю Агнесом Ром, город Видне, второй подход. Ассистент, закройте дверь, пожалуйста, на брифе кровь. Кровь, уберите дверь, ассистент. Соболев Александр, средний подход. Город Судин. Нельзя. Сто семь килограмм. Одинар Камрон. Город Видный, третий поток. Вес установлен. Мирон Кунаван, Электрогорск, третий подход. Закончился результатом 105 килограмм. 110 осталось установить. Вес установлен, 100 килограмм, 110 килограмм. Комаров Анатолий, первый подход, двигается. Давай. Нельзя.
20 filia, город Гараж, первый подход. Бригадир Валерий, город Люберцы, второй подход. Thank you.
지실 수없죠 뭘 그렇죠?
Так. Бригадир Валерий Любер, цитей Зубаков. Третий подход. А на часах готовится осталось готовить. Паприка. Поставить 116 осталось. Егор Алексей закончил за там 130 килограмм. Между рывком и толчком будет 5 минут перерыв. Так на штанге 160 килограмм. Заштанг Николай Заранский. Thank you.
есть установленности полевки, есть первый подход, мы пишем. Кишинский отбор. Выберите второй подход. Каштанов Николай, второй подход. Готовится Марков Андрей. На штанге 120 килограмм. Марк, город Нижняя, третий подход. На штанге Дружинин Владимир, Подольск, третий подход. Это осталось 121 килограмм. Вес установлен. Иночка Сергей, 7 пухов, 2 подход. Thank you.
aplicar. Deixa eu passar para a minha outra porta. Центр штанги 122 килограмма. И мы все перезальем на 125. Ассистенты, ау, 122 килограмма. Вес установлен. Комаров Анатолий, 122 килограмма. И подход город Люберцы. Знакомиться, Никитин Костанов. Комаров Анатолий закончил с датом 117 килограмм. Вес установлен. Никитин Андрей, город Люберцев, третий подход. Готовится к штангу. Костанов Николай, город Зарай, третий подход. После распада салат категории 85 лидером является Максим Андрей. Но у Костанова Николая есть еще один подход. Костанов закончил взятым 123 килограмма. Тишинский Артем, третий подход, город Люберцы.
Bien. Dinos quién es el que se ha mojado. Dinos quién es el que se ha mojado. Третий поток. Между руском и толчком перерыв 5 минут. Паприка. 128 на самом краю. Вес установлен. Скрипалет Кирилл Матичев, третий подход. На 130 готовится пантюр, яйцо и дрозя. Попытка. Оставить на штангу 130 килограмм. Вес установлен. Яйцо Владимир Дурдан. Первый подход. Это штангу 133 килограмма. Вес установлен. Пойдем, Владимир. Первый подход. Город Озера. Вес взят. 135 осталось стоит. Пальчук Кобзар. Петросян Аганес. Город Лидия. Первый подход. Ельцов Владимир, город Дубна, второй подход.
паприка. Есть еще одно подсобное. Так как других ответов на этот рейс нету, вызывается Ильцов Владимир, город Дубна. И 2 минуты на подготовку. Ставим 138 на штангу. А Ильцов закончил Владимир 130 килограмм. 138 на штангу. Все остановлен. Пойдем, Владимир. Город Озера. Давай попробуем. Попытка. Других ответов на этот вес нету. Называется Пантюк Владимир. 2 минуты на подготовку. Thank you.
Вес установлен. Петросян Оганес, город Видное, второй подход. Время 150 килограмм стоит на штангу. Я 5 минут перерыва.